Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья! Сегодня мы отмечаем День сотрудника органов внутренних дел. Праздник всех тех, кто стоит на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую службу, борется с преступностью, обеспечивает правопорядок. Вместе с нами 10 ноября отмечают миллионы сограждан. И это главное признание результатов нашей работы. Мы хорошо понимаем, что в основе такого доверия людей – прежде всего, уверенность. А она не приходит просто так. Этому предшествуют годы и десятилетия самоотверженной службы. Неустанного и повседневного труда. Именно поэтому народное уважение к празднику, в первую очередь, заслуга наших ветеранов. Они посвятили свою жизнь противодействию криминалу и защите интересов граждан. Сегодня я хочу поздравить их с особой теплотой. Доверие – это и летопись наших подвигов. Истории мужества тех, кого сегодня нет рядом с нами. Лучших из нас, кто отдал собственную жизнь ради жизни других. Только за 10 месяцев этого года при исполнении служебного долга погибло 135 наших товарищей. Вечна им память и слава. В доверии людей залог нашего будущего. Сегодня я хочу поздравить молодежь, которая пришла на службу в полицию в этом году. Уверен, вы сделали правильный выбор, но должны всегда помнить, служба в органах правопорядка требует не просто безупречных качеств и преданности долгу. Она обязательно предполагает любовь к своей профессии, сильный внутренний стержень, готовность нести ответственность за каждое свое решение. Сейчас МВД России – это современная, технически оснащенная и динамичная система, которая не уступает, а по многим параметрам и превосходит полицию других стран. И, безусловно, главный вклад в позитивные перемены вносят ее сотрудники. Рядовые офицеры, участковые оперативники, патрульные, дорожные инспектора, следователи и многие другие. Личный состав министерства выполняет поставленные перед ним задачи, служит России и закону. Благодарю вас за службу и поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Здоровья и профессиональной удачи!